Подрядчики, которые плохо справляются с благоустройством города, в первый месяц должны получать последнее китайское предупреждение, после чего контракт с ними необходимо разрывать. Такую позицию высказал временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания в понедельник. Глава города неприятно удивился низким темпом работ на объектах. Утром смотришь, никого нет. Днем никого нет, вечером никого нет. Потом вроде два человека где-то появятся. Сегодня 1 сентября было на улице Советской реконструкции. Родители все и так узкий проход. Значит, приехали выгружать технику, перегородили всю улицу. Ну, просто как-то это даже, честно говоря, несерьезно. Я не знаю, что там вы или там департамент транспорта, герой этого подвига. Такое ощущение, что специально как бы издеваемся просто над людьми. Разобраться в этом вопросе Михаил Развожаев поручил своему заместителю Владимиру Базарову. Принимать решительные действия глава города посоветовал уже по итогам первого месяца работы подрядчика на объекте, если реальные показатели сильно отличаются от плановых.